Друзья, всем ассаламу алейкум. Мы сейчас находимся в Мекке, и многие уже знают, что автобус с дагестанскими паломниками попал в аварию. Рядом со мной генеральный директор хадж-компании Марватур Булат Курбанов. Булат, ассаламу алейкум. Вот эта неточность, она заставляет многих переживать о случившемся. Что случилось, кто пострадал, какая помощь оказана и какая дальше судьба у паломников? Действительно, один из автобусов с нашими паломниками дагестанцами, которым уже направлялся в Дубай для того, чтобы вылететь на родину, вчера попал ДТП. Это произошло примерно к 3 часам ночи. Это было уже при въезде в столицу Саудовской Аравии Рияд. В момент остановки автобуса в них врезалась фура. В результате этого столкновения, к сожалению, есть пострадавшие. Одна женщина, это Курбанова Пердаус Ахмедовна, она погибла, 59-го года рождения. Еще есть две пострадавшие. Это Абдуллаева Зайнаб Ахмедова, 66-го года рождения, родная сестра ее. Она получила травму головы. Есть вторая женщина, Магомедова Фатима Зайрбеговна, 82-го года рождения, у нее травма руки. Обе они госпитализированы, находятся в данный момент в госпитале Эр-Рияда. С ними находятся ближайшие родственники, это племянник, сын погибший. С нашей стороны мы с ними на связи постоянно, ближайшим рейсом вылетаем в столицу Эр-Рияда. Там находятся сейчас представители консульства Российской Федерации, то есть оказывается всяческая помощь. Сейчас решается вопрос похорон, и будем заниматься решением вопроса тех, которые находятся сейчас в госпитале, как в дальнейшем мы их будем переправлять на родину. А похороны где решили? Ее отправят на родину? Или? Родственники приняли решение, что похороны будут проходить здесь, в Эр-Рияде. Судьба рейса как дальнейшая? Остальная группа, она направилась, то есть экстренно был заменен автобус. Компания «Саптко» предоставила другой транспорт. Всех остальных паломников направили в аэропорт. Они в данный момент уже направляются в сторону Махачкалы. От себя лично, от всей компании «Марва» приносим соболезнования родственникам погибших и родственникам пострадавших. Будем оказывать всяческую помощь. Дай Аллах всем терпения, здоровья всем остальным.